Усилили контроль на территории рынка, ликвидировали незаконные постройки, отремонтировали дома. Межведомственная комиссия проверила исполнение дорожной карты в Хилокском микрорайоне Новосибирска. Один из этапов реализации проекта – передача в муниципальную собственность котельной в Аргунском переулке. Подробности в нашем сюжете. Все лето без горячей воды. 4 года Александр Лещинский, старший по дому Хилокская 1Б, вместе с жильцами близлежащих домов и мэрии города воевал с частником за право управления котельной. Собственник не проводил ремонт и не следил за работой отопительной станции. В итоге тепловой узел изъяли и передали городу. Морозы пережили прекрасно, котельная топит хорошо, в домах тепло, все нормально. Испытание 35-градусными холодами котельная прошла успешно. Ее обслуживают специалисты муниципального предприятия «Энергия». Они ее подготовили к зиме, соответственно, все необходимые мероприятия провели. Ну и сейчас она работает. Вопросов, жалоб по отоплению с этого микрорайона в этом году не было. В рамках дорожной карты по улице Хилокская отремонтировали крыши, фасады, систему электроснабжения в 7 домах. Также предоставлена из бюджета города субсидия для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На Хилокской 16 выполнено усиление наружных стен и фундамента, и на Хилокской 1 РОП 2 выполнен ремонт крыши и часть стены восстановлена. Следующий этап – ремонт проезжей части улицы Малыгина и переулка Аргунский. Алена Кузина, Евгений Агеев, новости ОТС.